dance. Hold on, oh no. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. No one forever in a minute. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like, ooh. Итак, ребята, давайте я вам расскажу и покажу вам мой номер, в котором скоро я буду жить. Входа стоит большой шкаф, куда скоро мы разместим свои наряды, одежду. Далее у нас ванная комната, там все как обычно, душ, туалет и раковина. Далее основная комната, около стены стоят сидушка и столик с зеркалом и телевизором. И также одна большая кровать и двухъярусная для меня и моей сестры. Еще в номере есть балкон с красивым видом на море, на какие-то домики, но все портят кондиционеры. Ребятушки, уже прошел один денечек, уже идет второй. И что хочу сказать, в принципе, отель неплохой, ну, 5 звезд. И у нас вот в комнате есть балкончик, правда, там вид на море, но там тоже вот вид на какие-то кондиционеры. Давайте я расскажу, как проходит наш день. В принципе, встаем мы достаточно рано, но по нашему времени не так уж рано. Дальше мы идем завтракать, потом идем на море, потом идем кушаем, потом идем спим, отдыхаем, и потом идем всякие, ну, может, там в бассейн пойдем, там на горки, и потом уже вечером программа развлекательная, то есть сначала там 8:45 примерно, где-то так, у нас вчера была дискотека, сегодня тоже будет, и потом уже в 9:45 разные программы, то есть вчера было огненное шоу, сегодня какие-то там турецкие танцы. Вот, в принципе, так, достаточно неплохо, мне все нравится, правда, уже домой соскучилась, захотела, но, в принципе, все нормально устраивает.
cape. Ребята, сейчас мы поедем в СД. Это мы, получается, живем перед СД. Это в Турции, если кто не знал. А сейчас мы поедем в сам город и будем ходить по магазинам, там еще зайдем в морской ресторан а-ля карт. Давай танцуем, устрой вид. Вначале появилась ты.